Настя, быстрее! Не сдавайся! Всем привет, меня зовут Настя Каменских, и вы смотрите мой видеоблог. Я прошу прощения, у меня очень сильный сам голос, мне будет сложно разговаривать. Стоп, стоп, стоп. Твой голос нам не понадобится, и сегодня у нас будет супер тренировка. Поэтому не теряем время, начинаем разминаться. Да. Сейчас сможешь почувствовать на себе тренировку, как подготавливается легкоатлет. Угу. Ты выполняешь вот такие простые махи, но при этом очень расслабленной ногой. Хорошо. Поворачивайся. Значит, у тебя будет 10 ускорений по 60 метров. То есть каждый раз ты сможешь почувствовать вот эту нагрузку спринтерскую. Андрей, у тебя так классно получается. Может, я не буду. После чего получаешь отдых в 30 секунд. Прошлась, вернулась. Снова ускорение 60 метров. Угу. Ты ждешь. Сразу срывается. Хорошо. Все? Приготовились? Yes! А, как реакция! И ты что, думала, что аплодисменты начинаются? Давай, да. Хватит смеяться. Да. Приготовились? Давай. На фоне этой взрывной силы, когда ты максимально делаешь выбросы физически, у тебя вот от 10 ускорений будет завтра супер температура. Потому что, во-первых, это для тебя новое. Мышцы не готовы, мышцы привыкли приседать, бегать, mm-hmm. поднимать веса, все что угодно, но они не готовы к быстрой и взрывной работе. Это очень сложно так пробежаться. Ребята, вот попробуйте сами, как минимум у себя во дворе вы можете это попробовать. Тебе нравится спорт, ты любишь все, что касается спорта. Я люблю все, что касается спорта. Я люблю все. Сейчас ни много ни мало, у тебя 30 прыжков, но опять-таки делаешь их максимально взрывными. То есть ты приготовилась, зарядилась на него. Сразу не отвлекаясь, возвращаешься. Приготовилась на вдохе. Бам! Мне кажется, что мне просто не удастся даже допрыгнуть за метр. Давай попробуем. Давай. Корпус наклоняешь вперед, руки отводишь при этом назад. Руки делают движение, при этом разгибаются ноги. Итак, следующее упражнение. Очень здорово, что у нас есть такая большая лестница. Сейчас мы выполним 5 ускорений через 2 ступеньки вверх. Угу. Быстро возвращаемся, снова через 2 ступеньки вверх. Для того, чтобы мы не задействовали нашу переднюю поверхность, да, уменьшили нагрузку, угу. а попадали более локально в те зоны, которые нам необходимы. Эти движения нам необходимо выполнять так, через пятку, через основу стопы. Угу. То есть не носком, а полностью. Динамо! Вот здесь класс. Пойду, потому что сейчас буду орать.
Очень классно. Так, сегодня мы попробовали сделать легкоатлетическую тренировку плюс функциональное упражнение с нашей подружкой лестницей. Как твои впечатления? Мое впечатление, что это очень сложно. Мне нравится, что я могу это делать без тренажера. Очень сложная тренировка. Ребят, попробуйте у себя действительно во дворе и пишите свои комментарии. Это был Андрей Хабицкий, я Настя Каменских, и вы смотрите мой видеоблог. Hey! Тебе нравится работа тренера? Ты всегда чисто одет и только в нужный момент говоришь «Давай!». Как по мне, по нагрузке нормально. Это Настин блог.